Снова спрашивал, приедешь ты или нет. Я говорю, не знаю. Скуксился, ты бы его видел. Может, вырвешься? Ладно, я спать. Целую. Вы кого-то потеряли. Турецкие сласти. Мой сын их очень любил. Мой отец тогда жил в пригороде. Поехали к нему, там безопаснее. Сынишка так радовался. Увидел в небе железного человека. Я помню, сказал, не бойтесь. Битва-то в городе. Нас здесь не достанут. Вы из Заковии. Значит, в этом дело. Заковия. Нет. Я здесь потому, что дал обещание. Вы убили невинных людей в Вене ради этой встречи? Мне жаль, что погиб ваш отец. Достойный был человек. Опасность начинается, когда суперсолдат Америки... Осторожней, Зэм. ...таких, как он, слишком боготворят. Когда пыль осела... Они становятся символом. Стих последний вопль. Идолами. Ушло пару дней. А дальше? Прежде чем я откопал останки. Города взлетают на воздух. Невинные люди умирают. Я потерял всех, кто был. Кто ты такой? Мое имя Зэм. Зачем здесь? Увидеть, как падет империя. Сынишка так радовался. Увидел в небе железного человека. Может, вырвешься? Ладно, я спать. Целую. Ну, а мститель? Вернулись домой. Я слышал, что стало с Заковией. Предполагаю, что ни один из вас даже не посетил мемориал. Конечно, нет. Мой папа закрывал своим телом моих жену и сына. Каждому воздастся, и очень скоро. Скажите, это мертвый? Выложено ненавистью. С этой сывороткой мы не можем позволить ей стать еще одним подобием богов среди людей. Суперсолдаты не должны существовать. Придется использовать и другие, более кровавые методы в моих поисках. Мне это совсем не по душе. Желание. Не надо. 17. Как бы там ни было, извини. Вам держать ответ перед живыми. What it gon' take, what it gon' be, I don't even know, but I'm lonely, lonely, feel like I don't even know me, feels like I don't even know me, I don't even know me.